Друзья мои, здравствуйте! Сегодня хочу дать вам потрясающую короткую утреннюю разминку, которая позволит вашему позвоночному столбу, вашей спине не болеть, не уставать в течение дня, ну, конечно, в случае, если вы будете выполнять ее регулярно. Мы с вами стабилизируем поясничный отдел позвоночника, шейный отдел позвоночника и подвигаемся в грудном. Для первого приема нам потребуется обычная совершенно расческа, такая, какая у вас есть под рукой. Зачем? Мы сейчас ее прикладываем к зоне декольте, уходим вглубь ткани, не слишком сильно, не делая себе больно, но самое главное, мы сейчас начинаем выполнять круговые массажные движения, не елозя по коже. То есть мы не по коже, да, вот себя тут растираем, а ушли вглубь ткани и начинаем массировать кругами до приятных ощущений, до тепла, до ощущения восстановления кровообращения здесь. Почему оно здесь может быть нарушено? Потому что здесь мы очень многие сутулимся, да, очень многие сутулятся, и плечи, они сами собой сюда уходят. Почему? Потому что здесь очень много напряжения. Большая грудная мышца, малая грудная мышца напряжены. Здесь очень много фиброза, очень много спаечного процесса, жесткости ткани. И если мы с вами ничего не сделаем по фронтальной поверхности, то с задней поверхностью работать бессмысленно. У нас, как вот здесь вот было вот это вот натяжение, так оно и останется. Поэтому хотя бы что-то, я подчеркиваю, потому что если брать мои уроки в конструкторе красоты, в осанке от макушки до пят, мы там делаем разные упражнения, каждый день они у нас не повторяются, да, но когда у вас ограниченность есть по времени, вы хотите быстро здесь и сейчас, или хотите проверить мои методики, тогда вот этого будет уже достаточно для того, чтобы увидеть первые результаты, а самое главное их ощутить. Хорошо, проработали район грудины тоже, на молочные железы не заходим, и можно уже расческу отложить. Найдите, пожалуйста, центр стопы, да, перекатитесь немножечко сначала на плюсные, то есть на ближе к пальчикам вес тела перекатите, затем вес тела перекатите на пятки, и потом перекатите к центру и почувствуйте вертикализацию, вытяжение через макушку. И из этого положения мы начинаем призгибать колени, уводить плечи вперед, да, лопатки, ключицы, все вперед, спали, и теперь распрямились. И это у нас будет вдох, а это выдох. И обратите внимание, как движутся ваши руки. Мы их вращаем в плечевых суставах, то есть у нас здесь ладонь, тыльная сторона ладони идет вперед, наверх, лопатки, здесь лопатки сводим, и у нас ладонь поворачивается вперед, мы ее раскрываем, а локти назад. Итак, вдох, выдох. И посмотрите, что еще здесь, какая может быть ошибка, мы здесь не отклячиваем попу, да, то есть нет вот такого вот движения, я даже не знаю, как его показать, если честно. Но оно у многих у вас может быть, то есть вот это ощущение распрямления, ложное ощущение, то есть распрямляться нужно в районе грудопоясничного перехода, там, где заканчиваются короткие топики. Вот здесь вы должны чувствовать раскрытие поясницы, напрягаться не должна. И еще сделаем буквально 3, 2, 1. Хорошо, здесь остались немного, пристаете на плюсы, отправляете вес тела на пятки. И при этом здесь какая может быть ошибка? Мы действуем не вот так. Оп, оп, да, я утрированно, конечно, показываю, а все наше тело, это летая конструкция, мы поднимаемся, угу. И получается, нагружаем то переднюю поверхность нашего тела, то сильнее заднюю поверхность нашего тела, и таз здесь стабилен, статичен, угу. Только стопа работает, хорошо, еще, 3, 2, остались по центру, где-то посередине стопы. Хорошо, руки поставили следующим образом. Ладони у нас находятся на уровне ушей. Поднимаем руки наверх и опускаем их вниз, немного подтягивая межлопаточное пространство, лопатки друг к другу. Чуть-чуть, не слишком сильно. То есть не нужно слишком сильно стягивать лопатки до прямо боли в шее. Но при этом вы чувствуете, что будто бы межлопаточное пространство застегивается на молнию. И вот это у нас вдох, а вот это выдох. И при этом, когда мы на вдохе уводим ладони наверх, мы не снимаем напряжение в межлопаточном пространстве. То есть, как у нас молния застегнулась, так она и застегнута. Ага. И начинаем движение соединять с тем, что уже мы только что проделали. Мы немножечко приподнимаемся на плюс, поднимаемся наверх. И теперь опускаемся на пятки и локти опускаем вниз. И, как видите, это небольшое движение. Вдох, выдох. Еще раз, лопатки остаются застегнуты на невидимую молнию.
выдох. Но при этом перенапряжение, особенно в затылке, у вас не возникает. Выдох. И помним про таз, который у нас здесь стабилен. Выдох. Еще вдох. Обязательно интегрируйте дыхание в движение. Это помогает тренировке. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Отлично. Здесь остались лопатки. Межлопаточное пространство в предтаком напряжении. И отсюда мы с вами руки выводим. Ладони направляем к потолку. И начинаем делать мелкое движение ладонями, будто бы вырисовываем круги на стенах, которые по сторонам от нас. И у нас легкое движение появляется в области межлопаточного пространства. Представьте, будто за руки вас кто-то потянул, да, в стороны. Ладони направлены наверх. При этом лопатки застегнуты на молнию. И вы выполняете вот это движение, вырисовывая мелкие круги назад. По стенам. Еще 10, 9, 8, 7, 6. Если у вас есть холка, это потрясающее упражнение, которое позволяет постепенно сжигать здесь всякие лишние жировые отложения. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фух, отлично. Руки, скорее всего, устали. Давайте отдохнем немного, вдох. Выдох, и еще вдох, выдох. Следующее упражнение тоже стоя. Руки опять укладываем на тазовые косточки. Хорошо, и здесь поработаем несколько раз просто тазовыми часами. Представьте, что у вас таз – это циферблат. Цифра 6 внизу в области лобкового симфиза, цифра 12 наверху, да, и здесь 3,9. Так вот, когда вы уходите вниз, сгибаете колени, вы тянете таз на цифру 6, как бы туда вниз, отклячивая немного таз, и затем тянете таз на цифру 12, выдох. И это вдох, а это выдох. При этом следите, пожалуйста, за положением коленей. Когда вы ведете вот сюда, вот, у вас у многих колени будут желать спадаться к центру. Не делайте этого. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И вдох, выдох. Теперь ноги распрямите и сделайте то же самое движение тазом, но без участия колен. Вдох, выдох. Я могу сильнее отклячивать таз назад, но это не требуется. Здесь наша задача не напрячь поясницу, да, а наоборот сильнее таз потянуть к себе. Вы почувствуете, как включается здесь низ живота. Это выдох обязательно. Вдох, выдох, вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Хорошо, таз оставили в нейтрале, так называемый. Это то есть, когда у вас и не сюда, и не сюда. Ну, что-то вот приятное для вашего тела. И теперь одной ногой отшагиваем назад и немного в сторону, чуть-чуть. Вот такая вот разножка получается. И вес тела переносим куда-то на середину, да, между этими ногами. Хорошо. И то же самое движение тазом мы продолжаем делать здесь. То есть вдох, выдох. Старайтесь ноги в коленях не сгибать. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох и вдох, выдох. Таз подтянули на себя, как бы, да, с лобкового симфиза. Представили, что тянется до подбородка. Здесь такая лента, и она вас стягивает эластичная немножечко. Хорошо, руки ставим впереди. Немножечко выведите руки вперед, уведите назад. Найдите нейтральное положение, которое комфортно для ваших лопаток. И теперь из этого положения мы с вами уходим немного вперед, да, пытаюсь найти место, где не будет слишком сильно мешать ветер. Хорошо, теперь колено тянется вперед, таз остается подкрученным, это выдох. Слишком далеко вы не уйдете, потому что таз подкручен. А вот если у вас он будет вот так отклячен, да, тогда вы будете уходить далеко. Итак, это выдох, а это вдох. Выдох. И следим за рукой. Вдох. Выдох. Что мы здесь сделали? Мы стабилизировали с вами поясничку. И при этом раскрываемся в грудной клетке.
Угу. Мобилизируем грудной отдел позвоночника. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Прямо чувствуете, как вот здесь еще, да, тянется приятно подвздошно-поясничная мышца. Вдох. Выдох. Вдох. Еще выдох. Вдох. И выдох. Вдох. Потрясающе. Другая сторона. То же самое. Прям можете здесь же перевернуться. Угу. Найти середину между ногами для веса тела. И поделать движение тазом. Выдох на себя тянем, лобковый симфиз. Вдох. Выдох. Вдох. Когда вы дышите, еще будет здорово, если вы при этом будете держать язык на небе. Кончики языка упираются в середину альвеолярных отростков. И дышать нужно носом. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Оставили, да, таз натянутым. И теперь мы с вами уводим колено вперед. И стопой отталкиваемся назад. Колено вперед. И стопой отталкиваемся назад. Руки опять-таки поставили, да, таким образом, чтобы лопаткам было комфортно. Это выдох, а это вдох. Следим за рукой. Выдох, вдох, выдох, вдох. Раскрываем грудную клетку. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох. Посмотрите, как прекрасно работает шейный отдел позвоночника. Вдох. И еще выдох. Вдох. Отлично. Хорошо. И теперь следующее движение, которое мы с вами выполним. Посмотрите, руки ставите уже на изготове, да? А встаете на плюсный, тянетесь ручками наверх. Угу. И теперь отшагивайте одной ногой назад, тянетесь седалищными буграми назад, а руками тянетесь к потолку. Раз, два. И меняете ногу. Тянетесь седалищными буграми назад, спина прямая. Оп, оп, оп. Сильно далеко ногой не отходите. Оп, это я себе сказала. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Прекрасно работает здесь спина. Вдох, выдох. И теперь внимание. Вдох. И здесь пошли подбрасывать потолок. Выдох, выдох. Отлично. И здесь выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Прокрутили несколько раз еще плечи. Лопатки, ключицы. Здесь все работает. И поаплодировали себе. Вот такая вот короткая разминка, которая совершенно точно поможет вам улучшить состояние вашей спины. Пожалуйста, только не ленитесь. Также не ленитесь написать комментарии под этим видео, подписаться на мой канал и посмотреть в описании к этому видео. Там есть фундаментальный курс, который позволит вам все эти упражнения выполнять еще более легко и вообще чувствовать легкость в своем теле. Обязательно посмотрите, вся информация в описании к видео. А я благодарю. Пока!